синева затерялась, разлила своим замочным цветом. Над уралевым бортом шум мотора, синева лежит на крыльях, как краска. Ты не бойся синевы, дамы и господа, Константин Дзю, Костя Дзю, вызвался готовить нашего чемпиона к этому потрясающему поединку. И я уверен, что он откроет Денису такие тайны, которые помогут ему одержать победу. Итак, Костя. Абсолютный чемпион мира, Костя Дзю! Дорогие друзья, очень рад быть здесь. Номер один, прежде всего, очень хочу всех по всем вам сказать. Вот этот человек, это номер один здесь. Я для того, чтобы ему помочь. Поэтому сегодня у нас будет небольшая тренировка. Очень сложно сделать то, что, чтобы удовлетворить всех вас здесь. Как, конечно, здорово было принести спарринг-партнеров, сделать хорошую, красивую тренировку. Но вас здесь столько много, что вы нам будете мешать. У нас остается всего несколько дней до того момента, когда мы выйдем в ринг с хорошим боксером, очень хорошим боксером Рой Джонсом, который приедет немножко позже сюда. Наша задача отработать так, чтобы вы все получили удовлетворение, потому что здесь на ринге только один number one. Мы хотим, чтобы это был number one. Все, получайте удовольствие от нашей работы. Спасибо.